нахождение в археологических раскопках, когда откопали в Вавилоне, нашли переписку царя Хаммурапи, и царь Хаммурапи это примерно современник Авраама, царь, который не только властвовал над всем Ближним Востоком, но который установил систему законов, очень важную, и на самом деле эта система законов, она является некоторым фоном, на котором происходит и рассказ Тары. Мы это не всегда осознаем, что заповеди Тары и истории праотцев, они соотносятся с тем, что во всем мире в это время приняты законы царя Хаммурапи. Поэтому иногда эти законы Тара подтверждает, иногда она, наоборот, с ними спорит. Но если мы не знаем, что это были законы Хаммурапи, то мы не совсем видим, что Тара изменяет их, и что она как бы к ним соотносится и их изменяет. Но поэтому, значит, царь Хаммурапи – это очень важный персонаж, хотя он не упоминается в Таре напрямую, он очень важен для всей еврейской истории тоже. Но